Вручили заслуженные награды, поздравили спортсменов муниципалитета с удачными выступлениями на различных соревнованиях заместитель главы администрации Ленинского городского округа Татьяна Квасникова и заместитель председателя Совета депутатов Валерий Черников. Мы в спорте на самом деле по многим видам деятельности, направлений, да, лучшие в мире. Вот в таком маленьком Ленинском городском округе. И так много замечательных, сильных, мудрых, уникальных совершенно педагогов, тренеров, которые воспитывают ребят. Я хотел бы пожелать вам успехов, пожелать вам достижения тех задач и целей, которые вы перед собой ставите, и чтобы они достигались хорошо, как бы назло всему миру. Мы должны быть лучшими. Среди награжденных участницы Паралимпийских игр в Токио Наталья Мартьянова и Юлия Полякова. Девушки показали высокие результаты в конном спорте. Для меня это был очень спонтанный такой выезд, потому что они отбирались командой, а я попала, скажем так, случайно в это во все дело. Получилось, что я сломала шею незадолго до Паралимпийских игр. Вообще я туда не собиралась, но так сложилось, что меня взяли быстро в команду. Мы выступили достаточно все очень удачно. У нас ехала команда, вот, и вся команда показали достойные результаты. Почетные грамоты получили не только выдающиеся спортсмены, а также лучшие команды, руководители и сотрудники учреждений физической культуры. Главный триумф этого года – победа футбольной команды «Олимп Видное» на первенстве Ленинского городского округа. У нас тренер Александр Васильевич, он нас заставлял очень, ну, тренироваться. У нас каждая тренировка мы бегали. У нас, ну, как бы очень сложные упражнения были там. Мы очень сильно готовились, сложные тренировки были. Также на мероприятии чествовали победители ежегодной спартакиады муниципалитета. Когда спартакиада, я сам участвую, потому что люблю это дело. Тем более усилил команду, под моим руководством заняли первое место. Более 50 спортсменов были награждены по итогам года за большой вклад в развитие спорта округа. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.